В Кировском цирке продолжается настоящий калейдоскоп жанров. Один из номеров проходит без кнута и пряника. Дрессировщики бенгальских белых тигров целуют хищников и выступают за гуманную дрессуру. Они не подчиняют себе животных, не заставляют прыгать через огненное кольцо и ходить по струнке. Аттракцион «Мой тотем» ломает все стереотипы. Наш корреспондент Зоя Зотова побывала на репетиции представления «Загадка старой игрушки». Аттракцион «Мой тотем» – украшение циркового спектакля «Загадка старой игрушки». Главная особенность аттракциона – свобода и самовыражение хищников. В номере 6 бенгальских белых тигров под присмотром Алисы Нестеровой. Она не подчиняет животных, а исходит из их возможностей, позволяя тиграм быть такими, какие они есть. Алиса не стремится показать, какой она гениальный дрессировщик, что сумела научить хищников, а наоборот, показывает самих животных, насколько они гениальны и прекрасны, какие у них возможности и насколько они могут быть милыми или вредными. 6 тигрулей и 6 настроений, 6 характеров. И каждый раз нельзя предугадать. Сегодня может погода повлиять, например, дождь, да, там они более сонные. Завтра это может быть что-то с весенним загулом связано. Все бывает по-разному, и в связи с этим, конечно же, приходится много подстраиваться под них и смотреть уже, исходя из их настроения, импровизировать. После гастролей в Кировском государственном цирке Алиса и ее полосатые артисты впервые отправятся на международный фестиваль «Принцесса цирка». Это единственный в мире конкурс, который подчеркивает роль прекрасной половины человечества в уникальном и разнообразном искусстве цирка. Основной площадкой фестиваля станет Саратовский цирк. Там соберутся акробатки, гимнастки, эквилибристки, иллюзионистки, жонглеры, клоуны и дрессировщицы. Те, которые с успехом работают во всех жанрах циркового искусства и поражают своим мастерством экспертов и членов жюри.